Сейчас важно поддержать субъекты малого и среднего бизнеса во всех муниципалитетах республики, заявил Владимир Уйба на встрече с руководителями региональных профильных ведомств и организаций, создающих инфраструктуру поддержки предпринимательства в Коме, в том числе центром «Мой бизнес». Были озвучены предложения по повышению эффективности государственной помощи. Одно из таких – увеличение уставного капитала микрокредитной организации до 1 миллиарда рублей. Это позволит повысить доступность микрозаймов для субъектов малого и среднего бизнеса. Как правило, такие микрозаймы направляются на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. В результате, по итогам этого полугодия удалось сохранить 1530 и создать 53 новых рабочих места. Владимир Уйба отметил, что необходимо проработать вопрос докапитализации микрокредитной организации по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета на условиях софинансирования. Это деньги, которые должны работать на людей, на экономику республики. Решение задачи восстановления экономики, которую ставит перед нами президент Российской Федерации, основные силы необходимо направить именно на поддержку малого и среднего бизнеса. Не секрет, что при неблагоприятных условиях этот бизнес страдает в первую очередь, но в то же время в силу большей, чем у крупных компаний, мобильности и гибкости может быстро занимать востребованные рыночные ниши и формируют новые точки экономического роста, расширения рынка труда. Предприятия малого и среднего бизнеса в регионе составляют пятую часть производственного сектора, на них заняты 24% работающего населения.